Александр Комаров, победитель, 87 килограмм, греко-римская борьба. Саш, ну, достаточно удачно сложился финал. Ожидаемо для тебя? Да, неожидаемо. Я готовился, настраивался на партер. Думал, партер и уже все закончил. Судья одно действие не засчитал. Я остановился чуть-чуть, расслабился, можно так сказать. И тяжело было собраться, когда встал уже. Думал, надо или быстрее балл добирать, или сейчас дотерпеть, чуть-чуть передохнуть и терпеть до конца. Но вот так получилось, что он сам начал делать. Я просто спокойно прихватил, назад зашел и выиграл. То есть тебе не хотелось после перерыва еще работать вот над этим баллом, да? Хотелось, просто чувствую состояние не то, чтобы терпеть. Было бы очень тяжело, надо было побыстрее заканчивать.